Бокс в чистом виде нужен только по правилам бокса. Мы не для того с вами кучу внимания, кучу времени убиваем, чтобы научиться бить ногами, чтобы потом взять и выключить добровольно свои ноги. Поэтому не ведитесь, когда вам какой-то боксер, не знаю, предлагает по правилам бокс. Зачем? Это глупо. Вы можете пропустить. Потому что если это боксер, есть такая поговорка, глупо с боксером боксируют. Представляете, он приходит, 2 часа тренировка, или час, пускай час, и он ставит только руки, все внимание только рукам. А вы приходите на тренировку, и у вас внимание руки, локти, колени, ноги. Угадайте, у кого больше шансов, кто будет бить лучше руками? Конечно же он. А угадайте теперь, кто будет лучше бить локтями, коленями, ногами? Конечно же вы. Поэтому это просто два разных вида спорта. Бокс и тайский бокс. И вот мы с вами не для того учились бить кал-кики, лоу-кики, чтобы про них забыть на какое-то время. Когда вы сближаетесь с помощью левого джеба, не переносите вес тела на левую ногу. Услышите меня? Теперь внимательно. Когда у меня нет планов добавлять правую, все окей. Вы правой толкаете, левой бьете, потому что весь фокус на левую. И вы прям всем телом как таран. Но когда моя задача левой просто спрятать, просто подобраться. Смотрите, если я перенесу вес тела раньше времени на левую, у меня нет силы в правой ноге. Правая получится одной рукой, слабую. А так я, смотрите, оп, таким небольшим прыжочком. Оп, и у меня вес тела на правой, правая нога заряжена. Я спрятал глаза, закрыл глаза, я сблизился, вес тела направо. И теперь правой ногой взрываю, бах! Еще раз, и правой ногой взрываю, два. Поняли? Когда левой бью, вес тела направо. Вот, оп, все. Если раньше времени перенесете вес тела при джебе, потом в правой ноге нет заряда, нет динамита. Кто хотел, тот меня услышал. Когда летят удары прямые, вы взрываете это правой ногой. В голову, в живот. Вы взрываете это правой ногой. Любые прямые удары левой рукой точково. Когда вы разгоняете удар сбоку, взрывает левая нога. Вы на нее чуть сели и с нее ударили. Сели, ударили. Сели, ударили. Прямые удары взрываете правой ногой. Боковые удары сбоку. Взрываете левой ногой. Опять же, это я, чтобы вы не забывали про работу ног. Левая рука работает 70%. Она должна работать четко, жестко, точно. И никогда, чтобы вас не подводила. А для этого нельзя, чтобы она уставала. Поэтому 5 минут мы выделяем раунд для работы левой рукой. А потом, после этого, мы будем левую подкреплять правой.